Ребят, всем привет! Сегодня продолжаем заниматься ВАЗ-21099. Машинка высохла, грунт высох. Сегодня мы будем замывать. Это 4 двери, 2 крыла, капот и багажник. Сегодня я пришел, обсмотрел, где какие мятинки и так далее, нашел и уже положил шпаклю. Сейчас оно подсохнет, чтобы убрать мятинки, и будем уже замывать. Посмотрел, нашел на капоте вот здесь мятинка. Сейчас высохнет шпаклевка, мы ее зашкурим, потом все замоем. Также на крыле внизу мы также убрали мятинку, и там ржавчинку зашкурили и также наложили. Тоже зашкурим. Ну и в принципе на дверях я так посмотрел, вроде все ровно. Все и убрал. Как бы, ну ничего, каких проблем не заметно. На багажнике, багажник уже замыт, его замыли. Он гладенький. Еще можно пройтись с водичкой, со шкурочкой, и будет все the best. Вот. Вот так. Здесь я сейчас обрежу, вырежу, наклею, чтобы дверь освободить для покраски. И будем их тоже замывать и красить. Сейчас как будем замывать, ребят, я покажу. Возьмем 800-ку водички и начнем замывать. Да, и вот здесь я тоже уже покрасил саму эту штуку. Телевизор и так далее. Начали мы замывать. Здесь сейчас грунтиком еще пройду. Вот. Двери вот эти замыли уже. Старайтесь аккуратно, чтобы вот не было что-то типа того. Ты что ли сделала? Откуда это вылезло? Ну, наверное, да. Нет, это грязь. Ты вот эту шоль тряпку брал? Вон ту. Нет, то не должно быть. Давай стирать нахуй. Надо стирать, да. Вот, ребят. Ну и короче, это... Здесь мы уже замыли эту дверку тоже. Сейчас вон у нас что-то тут с тряпки какой-то грязь попала. Так, убрали мы здесь. У нас грязь была, мы ее стерли и грунтовочка черненько заделали. Вот здесь мы мятину убрали, сейчас здесь тоже черненько заделаем. Вот сейчас крыло здесь тоже замыли. Вот. Берем шкурочку с водичкой и проявочку я не стал делать. Можно сделать проявочку. Ну все, мы подготовили, гараж натопили, машина высохла, замыли. Я развел краску уже вместе с лаком. И сейчас начну красить. Краску развели и лак. Вот он там таким цветом будет. Оттенок такой у них. Сейчас я попробую показать, конечно. Угощайся коктейлями и рассказывай, кстати, о чем вы меняете. Вот, видите, такой оттенок будет, как бы это. Синеватенький такой. Ну и все, сейчас. Машинка высохла. Сейчас я ее обезжирю и уже начну красить. Ну вот. Все, начинаем красить. Мы хотели сделать электронную очередь в больнице и сделали это провинциально. То есть каждый получал номер, буквы и цифры на листовке, а потом выходила по дороге медсестра и выкрикивала эти номера. Просто идея на них не реализована. У них как будто деградирует медсестра, они пытаются это как-то скрыть. Раньше она запоминала имена, теперь номера, потом будет выходить, показывать медсестра, и типа ту. У меня знакомая недавно участвовала в конкурсе красоты, вернулась очень недовольная, говорит, там все куплено. Выиграла та, которая просто перестала жить. Я переживаю за эту знакомую. Просто она получила 3 зрительских симпатий.
и там всегда висела табличка «Христос воскрес». Недавно храм закрыли на реконструкцию, и теперь табличка выглядит так. Храм закрыт на реконструкцию, Христос воскрес. Положили мы первый слой базы. Сейчас мы будем ложить второй. Вот. И потом уже будем ложить лак. Мы будем серьезными до тех пор, пока ты не... Покрасили мы машину, положили лак, вот, все в тумане, пока плохо видно. Лак положили. Два слоя базы, два слоя лака. Ну, на сегодня все. Так, ребят, на сегодня все. Машина покрашена. Завтра приедем, посмотрим, где что есть. Есть какие потеки и так далее. Смотрите. Всем спасибо за просмотр. Пока.